все мое почтение, друзья. И сегодня 13 июня 2022 года, вот 13 число, понедельник, появилась вот такая вот информация, что Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость. Об этом заявил депутат Европарламента. И вот в связи с этим, как вы считаете, на фоне того, что Украине с такой натяжкой дают вооружение, обычное, летальное, но обычное вооружение, вот такие вот призывы, вот такие вот речи евродепутатов, это не вы, вот вам не кажется, что это обычно какая-то насмешка? Просто, так сказать, этот депутат на Украине или Украину троллит, или кого-то троллит из своих, так сказать, коллег по Европарламенту. Ну, это просто насмешка какая-то. Дадут, возможно, что дадут там ядерные боеголовки. Но это просто, я лично считаю, что заявление вот таких вот чиновников, которые при полномочиях, при должностях, должны как-то сопоставляться с реальностью, а не быть голословными. Это мое мнение, мнение простого человека. А вы вот как считаете? Напишите в комментариях.